Всем привет, с вами Кирилл и Кирилл. Здравствуйте. И сегодня мы играем в какую-то бабку с родинкой. Это вроде воспитатель, мы дети. А, ты какую сложность взял, легко или трудно? Я выбрал легко. Да и я легко выбираю. Так, смотри, знаешь, что хочу тебе сказать? Мне кажется, такого ребенка, как я, с моим лицом, меня бы никто не хотел бы взять. 600. Во. Ладно, погнали. Так, вам плохо. Что это за телефоны? Собирай телефоны. Или тебе не я надо? Я не буду их собирать, я не буду. А, окей. А я буду собирать. Мне интересно, что будет, если собрать 10 телефонов. Ой, я умер, потому что мне надо было забрать телефон. Оп, оп. Манера крутит на. Это значит, так, все, у меня все раскрылись. У меня по-разному открываются. Я знаю, они странно как-то сделали. А, раз, два. Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. У канала. Как тебе понравился трейлер моего канала, Олег? Ой, смотри, как она бегает. Она сюда не бегает. Ты посмотри, какой у него бег. Мне страшно. Смеха. Ура, дверь закрыл. Сбросить блоки. Как сбросить их? А, что они сброшены? Так меня потом подождешь, ладно? Окей. Не получается, не фартануло. А. Боже, что это такое? Так. Оп. Все, я сейчас приду, подожди меня. А, не то зашел, я зашел в магазин. Все, еще раз кубики. Я тебя жду тут. Давай, жди. О, телефон, я вижу телефон. Блин, за этих девчонок, они мне кубы портят. Они мне тоже портят кубики. Хотя они не видят ваши кубики. Но они на спине, Они их пинают. Нафига они такие злые, что ли? Плохой дяденька. Я просто мем вспомнил старый. А ты же уже так залезть-то можешь уже. Да блин, он пульт и сломал кубики. Ну дайте мне уже пульт от ядерки. Вот так. О, о, все, погнали. Погнали. Я ненавижу кубики. Согласен. Потому что они мне в лицо кинули, у меня теперь не могу показывать свое лицо. Ты видишь по моей маске. Да. У тебя вообще челюсть красная. Логично, мне этот кубик со всей силы вы, блин, выделали. У тебя вообще трики. Эй, не обижай, я только жить нормально стал. О, еще телефончик. Я вижу еще телефончик. Я не вижу. Хоп, хоп. Ты давай сейчас жду. И ты за телефончиком бежишь. А! Куда я пропал? Я умер. Сейчас кнопочку нажму. Так, все, жди меня опять, ладно? Оп. Окей. Оп. Так, нельзя, я не знал, что нельзя касаться этой решетки. Я пойду телефон заберу. Ой, блин, на телефоне только думаешь. Ну, мне интересно, что будет? А о семье думать тебя не учили? Как говорю, Доминика Торрента. А ты обратно-то не проходи, ты можешь просто умереть. А. Все, у тебя... Нелогично... Тебя будет открыто. Я под...
идем, мы отсюда. Открываем дверь. Ой, я сейчас скоро... быстрее, супер-режим! А, нет, мой супер-режим не сработал. Но это я просто не разогнался. Сейчас мой супер-режим точно сработает. У меня работает он. А, у меня уже открыто. Я его убил на сцене. Включаем мой супер-режим. Я уборщица, жду. Свали! Это не уборщица, это дед. Это бам уборщица. Ё-моё, она взорвалась. А, ну да. Побежали. Все, погнали. Как она могла взорваться? А, мы же из нее стреляли в нее. Почему она сразу не сдула? Так, буква... буква Б. Володя. На Володе. Это английский, я упоюсь, я думал русский, жалко. А, Бекки. Все, погнали, я открыл. А я не открыл. Мне... А как ты... А, все, я понял, ты меня жди, пожалуйста, ладно? Я захожу. Ой, телефончик, я вижу телефончик. Ну что ты на этих телефончиках помешался? Че, ребенок, который в телефончиках в детстве сидел? Мне интересно, а вот ты, кстати, идешь в телефоне? Тут можно 10 телефонов найти. А угадай, сколько у меня телефонов набрал? 0. А как ты узнал? А? Как ты узнал? Просто я увидел, что ты не собирал. Ты хоть понимаешь? Я да. Так, ладно. Хочу задать вопрос подписчикам. А у вас, когда вы были в садике, был телефон? А вы его купили, когда я закончил садик? А мне? Дура тупая. Почему она передумала? У него такой же телефончик. Я видел. Тут осторожно, не упади. Откуда она мне так в лицо смотрит? Так, ладно. Хэвуме, манера крутит нэп. Тури, 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 нэп. Так, ладно, Кирилл, мне к тебе вопрос. Когда ты был в стадике, тебе когда-то покупали телефон? Да. Мне его купили только вроде в начале, и то он был вообще такой плохой прямо. Мне его не решали носить садик. У меня был планшет. Когда я сходил к зубному, мне мама разрешила его взять. Прикол в том, я сейчас умер. Кого? Я умер сейчас, я опять прыгаю по этим кубикам. Почему такой детский садик странный? Я телефон ищу, я телефоны собираю. Ну, о друге не думаешь, о телефонах думаешь, ты пишешь эти фразы мамы. Думаешь только о телефонах, а о маме подумаешь. Согласен? Да. О, блин, я умер. А, не, я сохранился, здесь можно сохраниться. Я тебя жду. Да что такой сложный паркур? Вас не держат в заложниках, Кирилл.